Сразу два ДТП с наездами на препятствия произошли сегодня в Кирове. В 8:00 утра на Павла Корчагина водитель «Лады Приоры» не уступил дорогу карете скорой помощи. Неотложка ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате, уходя от столкновения, автомобиль скорой помощи врезался в дерево. В аварии никто не пострадал. Еще одно ДТП с наездом на опору уличного освещения произошло на улице Производственной. Подробности нам рассказали в ГИБДД. В 9:15 на улице Производственной, дома номер 21В города Кирова, мужчина-водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» совершил наезд на опору уличного освещения. От удара столб упал. В результате происшествия пострадавших людей нет. Автомобиль получил механические повреждения.